Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Это моя сестра Катя, родная. Я решила ее поймать, пока она у меня в гостях, и попросить, чтобы она меня накрасила. Так что, как вы уже видите, я без макияжа, мы будем красить. Что нафиг происходит? Так, все, что я знаю. Все остальное для меня неизвестно. Долина. Это тоже тональное. Увлажняющий крем тональный. Но я думаю, что ты мне красишь вот этим вот. Потому что он мне сейчас более-менее по тону подходит. Хотя давай не буду тебе подсказывать, крась каким хочешь. Ну, в смысле? Ну, единственное, что тон подскажу. А так можешь делать, что хочешь. Не, я вот сейчас спрашивать буду, что это такое, потому что половину я не знаю. Угу. А что это я забыла? Это же... Это тебе подарок на 1 сентября. Гади. А что это? Румяный хайлайтер. Ага. Да, хайлайтер носит. Вот эти. Не, давай мы пока не будем говорить. Ты сама как вот по интуиции все сделаешь. Это бронзер от Bobbi Brown. По интуиции по своей, как захочешь, так и сделаешь. Эти брови пощипают. Нет, брови у меня нормальные, щипать мне не надо. Я отверну зеркало специально от себя, чтобы мне ничего не видеть. Все, я чаю напилась. В общем-то, можешь приступать. Так. Любая тональная основа, да, тебе все равно они все подходят. Не знаю. Вот блин. Давай. Платье у нас, видите, похоже. Я не знала, что одеть. Вот у нас там машинка целый. Сегодня, окно не закрыто. Вообще пофигу, пусть будет так, а то будет очень жарко. Ваниль натуральный бежевый. Я обычно, когда снимаю видео, я все закрываю. Тут такая парилка. Ага. А еще мы вдвоем тут дышим. Давай, решайся уже быстрее. Каким ты, какой? Кожу я уже этот вложила. Новый? Не факт. Берем его. Кисточка какая? Ты говорила, вот такая, по-моему. Любые кисточки, какие хочешь, такие бери. Я мне просто только... кажется, что я что-то испорчу. Ничего ты не испортишь, господи, я ж рядом. По рукам получишь, если что. Ты что себя уже бьешь? И ты штука себя ударила. Ну что, тон выбрали, да? Да. Что-то у меня руки вспотели. Да мне тоже. Блин, что-то стрёмно. Ну видишь, у меня ткань на платье плотная, а у тебя прозрачная. Вот, именно. А так они очень похожи, но я пуговку одну не застегнула. Короче, фасон один и тот же. Я готова. Прыщи мои давай замазываю, хорошо. Блин, так неудобно. Лицо руками не трогай. Да почему? Нельзя трогать лицо руками. А мне так неудобно. Тем более ты их не намыла, ты не сходила. Я вообще-то салфеточку протерла. Фу, я себя заплевала. Какая нахрен салфеточка? Надо мылом. Что это, никак? Что происходит? Давай. Куда я попала? Работай, работай. Мне так хочется, чтобы меня кто-нибудь накрасил. Это будет неудачно, но пусть будет. Ну, знаешь, изначально неудачно. Ну, может, хорошо получится, откуда я знаю. Может, у тебя с тебе визажист скрывается. Ага. Давай другую щечку. Талант. У тебя синяки замазывать? Конечно, все замазывай. Я не выспавшаяся, не отдохнувшая женщина. Ты что мне губы красишь? Надо все красить. Чтобы... Знаешь, правило артиста. Крась все, неважно, что это. Даже задницу. Лоб еще и глаза. Лоб, да, сейчас. Господи. У тебя просто... Пушок мой? Давай я тебе подержу мой пушок. Я и так тебя хоть заколола. Обычно я крашусь, волосы никак не закалываю. Мое лицо надо будет постоянно крупным планом брать. Это так смешно. Она такая... Тебе пицца подбавить, зачем делаешь? Автоматически. Что ты пялишь туда? Ну, мне же надо проверять. Висок видно. Я на бровь заехала. Давай растушевывай. Это тональное средство очень быстро фиксируется. Сейчас будет пятно у меня где-нибудь. Это бы так и не есть. А мне потом на дачу еще ехать. Там будут птички на меня смотреть. А у меня пятна будут. Почему так смешно? Ты первый раз человека красишь или красила до этого когда-нибудь? Нет, никогда не красила никого, все красили меня. Угу. Что дальше идет?
помогай мне. Не знаю. Красавчик, помоги. Красавчик. Можно взять мою любимую балетку от Nyx. Реклама? Нет. Тогда в каждом видео реклама. Так люблю, на самом деле. Я даже Алене подарила такую. Что это? Контуринг. Отложим. Давай контуринг, Гера. Я хочу контуринг. Я хочу быть стройной и красивой. Короче, как мы делаем на выступление? А консилер мне под глаза будут наносить? Или ты тоном справилась? Где консилер? Можно вот тут какой-нибудь взять. Получается, я что, буду с синяками? Какой-то а чем тебе размазывать консилер? У тебя столько кисточек, Катя, у тебя здесь 60 кисточек, и ты не можешь решить, какой мне накрасить. Тебе надо чем больше, тем хуже. Ага. Куда смотреть-то? Куда хочешь. Так щекотно. Сама себе что делаешь, не щекотно? Нифига не щекотно. Потерпи. Да нет, открой. Давай второй. Мне нужен. Не могу. Все, нельзя закрыть и смотреть наверх. Закрой и смотри наверх. Да, но так не получается. Видишь, оно не так. Ресницы-то тебе все равно мешаются. Да не особо. Ой, господи. Это неприятно. Ну, в смысле неприятно? Я не так... Щекотно. Ну, Катя, это моя особенность глаз такая просто. Блин, это как же меня будут люди красить, как какие-нибудь посторонние, если я так... Терпеть надо. Ты же говоришь нам терпеть, когда, блин, красишь тут вот это. Ну, слушай, когда тебе кисточку в глаз тыкают, как ты это, знаешь? Я не тычу. Сюда. Не да. Давай без потерь. Ну, давай, я уже как сотка. Да? Угу. В каком смысле? Так, блин, мне надо контуринг. А я что беру? Да ты сама тут меня перебиваешь. Смотрим, чем ты чаще всего пользуешься. Всеми, кроме вот этим, потому что ты слишком загорелый. Его и возьмем. Да. Это пудры. Вот это? Да. Ну вот это хайлайтер. Ну вот об этом говорим. Кадр так вернула. Ну, хотя это неправильно так делать. Типа вот так, да? Это делается. Ну вот, наносится. Ты думаешь, нет. Нет? А чё, как? Ты мне должна скулу выделить. Если ты решила это кисточкой, просто берешь тогда, вот, выделяешь вот это место, и ты прям линию проводи, и потом ее тебе надо растушевать. Другой кисточкой. Ну, ты такую просто изначально странную кисточку выбрала для этого. Я не в курсе. Короче, а растушевывать я буду. Ну, нормально сойдет. Ой, я сделала тебе нормально. Сейчас я эту линию растушую, которую сделала. Ой, слишком смешно. Давай, поворачивайся, другой. Как-то ты тут так сделала? Что сделала? Намешала тут? Ну, да, я люблю посмешивать. Чего? Нет. Ты ржешь! Да смешно. Я такая, знаешь, такая... У меня аж сопли потекли. Ну, что ты? Мои кисточки ешь, они не вкусные. Реально, у меня ладошки потеют. Да не надо мне такие сюрпризы. Волноваться меньше надо. Всё. Я не волнуюсь, мне жарко просто. Зачем ты себя испачкала? Ну ладно, мне так удобнее. Давай еще покажи лентовские салфетки. Лента! Без парабенов и спирта? Понятно все. Давай, работай. Нигер. Нам долг. Ты нигер. Я побелее некоторых буду. Давай уже. Ты мне все скулы ты нарисовала, у меня все четко. Да, вроде да. Так, вот я ее хотела использовать для скул тебе. Сделай мне поярче скулы тогда. Повыразительнее. У меня еще нос жирненький, его надо стройным сделать. Да хрень. Сейчас.
Этот нос я это и сделала. Все правильно. Это единственная вещь, которую ты пока сделала правильно. Да? Что до этого тон неправильно нанесла. А, тон тоже нормально. Ну, бровь ты мне зачем закрасила? Это случайно, кстати. Да я просто мимо попала. Реально сопли какие-то потекли. Давай мой нос. Делай худым. Работай, работай. Что происходит? Как его делать? О, Боже. Что происходит? Ты слишком сложное задание даешь. Ничего, я скоро не подготовила, да, видео не посмотрела. Да. Не, ну вообще в этом месте, конечно, наносят, но... Не знаю, как нос тебе уже сделать. Зачем ты салфетку сделала? Дядя, я уберу этот ужас. Ты пятнышко сделаешь. Ты понимаешь, что там пятно будет, когда ты салфеткой пройдешься? А чем убрать? Тушу. У тебя столько кисточек. Ну, блин, мне пальцем так хочется. Ну, пальцем... Нет, у тебя же пальцы грязные. Ну, ладно, давай пальцем, я смирюсь. Ты мне нос делаешь или нет? Делаю. Ты моя картошечка. Все, я стряхнула излишки. Это будет пятно. Ты просто его не видела, и слава богу. Слушай, по-моему, вот так вот еще делают, насколько я знаю. Эй, так сойдет. Я реально не помню, что дальше. Бронзер — это вон тот крайний. Да. Ты сказала вот этот бронзер. Это хайлайтер. Вот. Хайлайтер. А еще я хочу быть... Как это? Блестящий? Нет, блестящий — это хайлайтер. А еще я хочу быть как-то матрёной, с щечками. Румяной. Где румяна, скажи мне, пожалуйста? Одни у тебя так? У меня там еще есть, но это там мои любимые. Мало ли там все хорошо получается. Я хочу... Может, я не буду перекрашиваться, я просто Матрёна. Так и пойду, да. Не будешь ты перекрашиваться, я тебе не дам. Почему? Ой, этой кисточкой... Нет, нет, это не надо. Ты пользовалась Аленой, я ее до сих пор не намыла. Ой. Вот. Я не пользуюсь кисточками, которые пользовался другой. Так, румяна. Так, хватит мои кисточки пальцами трогать, а? Я проверяю. И так тоже, эта кисточка в утиль пошла. У меня с этим, Катя, все серьезно. Вот. Возьми вот эту, я ей вчера уже пользовалась, она такая же, ей будет легче набирать. Вот тут точно надо стряхнуть. Кстати, подсказка, румяна, как наносить. Какое место? Смотри, два пальца от носа и два пальца рта. То есть получается вот, вот это место, да, для румян. Это, кстати, ты технику, которую наносишь сейчас румян, это вообще какая-то по-другому называется, я точно не помню, но это есть, когда румяна наносится именно прям до сюда. Ну я просто на танцах так бухаю, короче, по палетке вот так проводишь, бах, и пошла на сцену. Все. Да, наноси, наноси. Понял. Типа эти румяна не помогают. Хайлайтеров у тебя много разных. Можешь этот выбрать, можешь этот, может тот из палетки. Давай этот, а то ты себе его заберешь, и я больше не попользуюсь. В смысле себе? Ты выдаришь. Ну. Бабах. 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 Ну, чтоб ты этого не видел никогда. Пожалуйста. Я это чувствую. У меня есть видео, где я без зеркала крашусь, Катя. Так ты понимаешь, я все понимаю, что ты делаешь. У меня это как-то... так смешно. У меня все как-то... У тебя на волосах. Я блески люблю. Давай больше, больше. Бабах. Я же на дачу еду. Мне там блистать надо, понимаешь? Бабах. Ты у меня не тоненькую полоску блестящую сделала, блин, а жирный нос. Опять. Ладно. Так я люблю делай, делать. Делай. Повернись мне другой стороной. Бабах, бабах. Не-не-не-не-не. Подбородок ты тоже сказала, можно, да? Как хочешь. Окей, давай все лицо. Не, все лицо не надо. Куда уходишь ты? Мне страшно. На себя сейчас не носить. Нет, на себя потом будешь наносить дома, когда это будет твое. Пока это мое еще. Все, давай не будем на подбородок. Да окей. Ты блестящий, говоришь, хочешь быть? Я люблю блестки. А вот не скажу, каким цветом покрасил. Mm. Вот, ты себе стрелки рисуешь, нет? Нет, конечно. Я что, дура, что ли?
Ну, на выступлении все такое. У меня там девочки рисуют. Куда ты открыла? Я просто хотела на твой глаз посмотреть, как тебе стрелки будут. А, ну, ты же видела. Я уже не помню. Пьяная была. Ты, во-первых, мне их рисовала, во-вторых... Ну, точно пьяная была, я вообще такого не помню. Да, у меня даже фотка была в Инстаграме раньше такая. Типа со стрелками такая. Лайфхаки, да, отверки. У тебя форма бровей такая классная, только одна бровь синяя из-за меня, а другая нормальная. Да тихо ты, не ржи. Где тоже брови хорошие, что-то. Ну, просто они такие тоненькие, такие махенькие, а у меня такая... Блин, а как мне неудобно? Вообще, мне хочется голову твою держать. Нет, не держи. Давай уже. Продукты сохнет. Продукт. Какой продукт? Да, кисточки. Нос чешется, Ты там грязька. Чего ты меня грязькой там пачкаешь? Ты вообще рисуешь? Я рисую? Я касаюсь тела? Да. Какой идиотизм? Чем мы занимаемся у Ирка? Что? Реально, я пальчиком тебе убирать. Это так удобно. У меня уже какие-то чесотки пошли. В смысле? Хочешь, я выпрямлюсь, наоборот, тебе как удобнее? Когда я согнулась, когда вот так вот. Ну ладно, давай буду горбатой бабой. А помаду ты мне каким цветом берешь? Красный, ты чего? Как же я без красного? Куда мне на дачу красную помаду? А куда тебе брови-то на дачу синие? И тени фиолетовые. Да, боже, фиолетовый день я вообще никогда не использую. Я заметила. А теперь поиспользовала. Не, на самом деле использую, но просто редко. Что, хорошо или плохо? Да не, просто я-то людей вообще не крашу, мне вообще как-то очень непривычно. Да ладно, надо когда-то начинать. Всегда бывает первый раз. Так, по-моему, я слишком взрослая. Нет, прям хочется взять ватный диск и куда-то вижу ватный диск сюда поставить. Давай, давай прилепимся на ватный диск, так я буду. Да надо идти за ним, это так лень. Бластюги, пошли вон. Ой, мне прям кисточка в ухо, ты мне ее не покрасила хоть? Нет. У тебя две дырки? Да. Ничего себе, никогда не замечала. У меня две дырки, да тихо ты! Ты издеваешься надо мной, да? Мне и так сложно. Я ничего не говорила. Вообще ничего не говорила. Ну ты сама сказала, что у меня две дырки. В ушах! В ушах! Ты в одну сторону дышишь. Да у меня просто рука такая туда-сюда. Страшно. Это примерно так выглядит. Господи, мои брови нарисовать как раз плюнуть. А у меня рука очень трясется. Может, ты это мне рядом в твоей брови рисуешь? Я иду. Вернусь к ней, пожалуйста. Она слишком фиговая. Она красивая? А да. Конечно, очень. Это тяжело, блин. Давай просто сейчас застопорим видео. Я накрасила! Я молодец, ты его накрасишь. Ребят, все хорошо. Да я увижу тогда макияж весь. Блин. Это очень щекотно. Это очень щекотно. Как людей я крашу, я вообще не понимаю. Это очень жутко. Можно я закрою глаза? Попробую закрытыми. Попробуй. Блин, у меня уже слезы аж наворачиваются, ты представляешь? Я не знаю, как давай это сделать. Прям вот закрытыми вот да, так вот? Да, да, да. Тогда не испачкай ничего. Это, конечно, неудобно, но все же. Ой, животик кушать захотел от страха. Что, ну я тебе не до конца? Открой. О, нормально. Я думала, все будет ужасно. Нет, я всегда людям с закрытыми глазами тушу этот. Я не могу себе, мне... Нет, я сама себе с открытыми, конечно. Ты меня крась, а не себя. Зачем? Ты так красотка. Да, такая. Ладно. Ой, я нашла.
Ой, покажи. Ой, сойдет. Блин, ну что ж так щекотненько. Такая. Что там? Да мне очень плохо видно далеко. Слава богу. Слава богу, что ты этого ужаса не видишь. Сделай вот так вот. Мазнула от души. Я тебе говорю, с тюбика было бы лучше. Ну ладно, сейчас тогда будешь бабой-ягой. Без контура. Я вообще-то молодая, у меня контур свой тоже неплохой. Какой я плохой визажист. Да жесть. Да. Все. Девочки мой, все, все мы сделали. Ты больше мне ничего красить не будешь? Нет, не собираюсь. Да. Все, хватит с меня. Да. Ничего, можно смотреться. Смотрись, да. Ага, такого уморок не попадает. Ой, ничего, вообще раснималась. Опять припахали. Тушь отвратительная, бровь одна не дорисована. Начала тут, блин, свои. Контуринг вообще какой-то странный, это ужас какой-то. Ну там не видно ничего. Видно, видно. Я сказала, что все ужасно. Под глазами у меня все скаталось, потому что мне ничего не припудрили. Иди, знаешь куда? Ладно, ладно. Тени... Вот сама себе я красить еще могу, друзья. Тени красивые. Почему, скулы у меня куда-то ниже ушли, чем надо. Чего там? Что это такое? Кто на нас смотрит? Ну все, я красотка. Можно ехать на дачу. Вот дерзкая. Я так на индика нападала. Ну все, макияж надо закончен. Мне нравятся тени, точно. Воу. Цвет я имею в виду тени. Ну, тон, в общем-то, наверное, хорошо. Тут вообще жесть какая-то, полоса такая нерастушеванная. Тут непонятно, что. Губы почти нормально, одна бровь такая, а это вообще какая-то недорисованная. У меня не получилось, она вообще никак. Че, пойду перекрашиваться. Если что, звоните. Пошла я перекрашиваться, а то так, конечно, на дачу ехать нельзя, нельзя. Не, может, конечно, подправить. Давай я попробую подправить все, чтобы не перекрашиваться. Ну что, все, мы подправили макияж, который мне нанесла Катюшка. Ну, вот так выглядит все уже поприличнее. Дача вытерпит. Ну, на этом видео я все заканчиваю. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего. Пока-пока.